Ребят, вот видите, он улыбается, потому что сразу сходу я попросил тут Тор, покажи, это Тор знаменитый. Тут прилепил я 2 сантиметра на него. Он калиброван полностью закрытие на 195 килограмм. Рекорд у Александра Анатольевича 17 миллиметров. 17. Ну вот сейчас прожмет. На волне закрытия СХР регулировано 158 килограмм. Попробует. Померяем. Я отошел. Это Тор. Их три одинаковых. Ага. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Отлично. Снимаем. Сейчас, подожди. Сними давай этот пластилин. Вот оно прожатие видно, да. Давай. Ну, опа. Потом его обнули. Ага, все, поехали. Ну вот, ребят, новый рекорд от Анатольевича. Ну, что-то он здоровым стал в последнее время. 15,4. Ну, вот он. Ага. 15,4. 15 миллиметров. Калибровку я покажу на 15 миллиметрах. Вот он. Ага, вот отсюда. И промятый. Держи. Вот так, ребят, новый рекорд Анатольевича 15, это там будет за 175 где-то. Все, давайте, пока. Пока.